Всем привет! Очень короткое видео и максимально информативное. Покажу, как можно восстановить слегка поврежденную стрелу. Часто бывает, что одна стрела попадает в другую и повреждает ее тем самым. Вот что у меня сейчас произошло. Стрела не полностью уничтожена, она лишь чуть-чуть пострадала. Вот такое древко, другая стрела прошла по касательной, зацепила и чуть-чуть отколола карбон. Видите, оно вот здесь вот так вот, волокна поднялись. Собственно, что я сейчас сделаю? Беру спирт, обезжириваю поверхность, так, с большего. Затем беру цианакрилат, суперклей, секунда, по-разному его называют. И беру изоленту. Заливаю вот эту ранку цианакрилатом, прям не жалея. Наливаю туда, чтобы он пропитал эти волокна. И быстро, пока он еще не успел схватиться. Тут не нужна какая-то красота. Просто изолента сделает плоскость. Потом изолента открутится, и цианакрилат останется в виде плоскости. Все, вот так вот зафиксировал и жду пару часов, чтобы он там хорошенько высох. Вот таким острым резцом сейчас убрал нижний слой изоленты, который хорошенько так, в принципе, прилип. Верхний отмотался руками. И вот это место теперь... Сейчас пройдусь мелкой наждачкой. Вот прошелся наждачечкой, рукой вытер, все руки теперь в карбоне. Собственно, вот это место повреждения. И стрела восстановлена.